Летом 2022 года перевозчики Казани вновь попросят Госкомитет Татарстана поднять стоимость проезда в наземном транспорте города. Для чего это необходимо, узнаете в нашем следующем сюжете. У перевозчиков сейчас очень тяжелое положение. Затраты растут по всем фронтам. На топливо, запчасти, зарплата персоналу повышается, и стоимость тарифа должна увеличиваться. Ассоциация автотранспортных предприятий Республики Татарстан видит два варианта повышения цены. Первый – это увеличение компенсации из бюджета республики перевозчикам за проезд льготников с 20 до 27 рублей. Второй – повышение тарифа на 5 рублей. Напомним, что сейчас в Казани стоимость поездки по транспортной карте составляет 27 рублей. По банковской и NFC устройствам 30 рублей. Оплата наличными 35. Это не просто верное, а в общем-то неизбежное решение, потому что цены на все растут, то есть у нас инфляция в стране есть, тем более за последние годы она еще и подросла. Со временем издержки перевозчиков, они станут выше, чем их доходы, то есть они пойдут в убыток, да, и, соответственно, они просто не смогут работать. В республике нет брутоконтрактов, как в других регионах Российской Федерации. Там перевозчикам платят из бюджета за фактический пробег транспорта. Мы уже обращались в Госкомитет Республики Татарстан по тарифам летом прошлого года с просьбой увеличить стоимость проезда, но решение не было принято. Мы просим Госкомитет оперативно рассмотреть наше обращение, чтобы избежать банкротств перевозчиков. Если ответа не будет, по регламенту мы имеем право вновь обратиться с прошением поднять стоимость проезда, но направить мы его можем не ранее, чем этим летом. Недовольство, безусловно, будет, и, собственно, комментарии, мы почитаем комментарии в интернете к подобным новостям на различных сайтах, но я не думаю, что оно будет иметь какие-то серьезные формы, тем более, что если посчитать, насколько увеличится ежемесячный расход среднего гражданина, который один раз в день ездит туда и обратно на работу, на общественный транспорт, это получится примерно рублей на 200. Ежемесячный расход увеличится, это не такая большая сумма, за которую будут какие-то серьезные беспорядки. Последний раз проезд в общественном транспорте Казани повышали год назад. С 1 марта 2021 года он вырос с 30 до 35 рублей. Повышение коснулось только тех пассажиров, которые оплачивают проезд наличными средствами. Надежда Мещерякова, Универньюз.